Утренний эфир телеканала «Беларусь-4» Гомель продолжается. Новый день встречаем вместе с программой «Утренний фреш». Я Александр Лупиненко. Как всегда, расскажу о культурных событиях Гомеля и познакомлю с другой интересной информацией. Сегодня на территории Гомельской области будет переменная облачность, осадков не прогнозируется. Днем температура воздуха составит 14 градусов тепла. Ветер северо-западного направления скоростью до 4 метров в секунду. Начнем сегодняшний выпуск с информации о новых выставках в городе Гомеле. В картинной галерее Гавриила Ващенко открывается выставка «Неизвестный Ван Гог». Мастер написал более 2000 произведений, но широкой публике знакомы только самые известные – «Ирисы», «Подсолнухи», «Звездная ночь». На выставке можно будет увидеть как знаменитые сюжеты, так и малоизвестные, но не менее великие картины. По ним можно проследить весь творческий путь художника. Гости галереи также смогут познакомиться с описанием сюжетов и историей создания произведений великого Ван Гога. А в выставочном зале картинной галереи Гавриила Ващенко можно будет познакомиться с выставкой «Парк пушистых». Посетители увидят жующих, скачущих, пищащих и других пушистых созданий. Среди них обезьянки, сурикаты, енот и самые разные декоративные кролики, так что не пропустите. Во все века досуг человека сопровождался игрушками и играми. В собрании археологии Музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля есть инвентарь настольных игр и детские игрушки. Они были найдены на территории Гомеля, Лоевского и Добрушского районов. Эти артефакты датируются от конца 10-го до начала 20-го столетий. И теперь гомельчанам предлагается поближе познакомиться с тысячелетней историей досуга наших предков. Сделать это можно на выставке «Древнейшая история Гомельщины». В Гомельской области стартовала акция безопасности перекресток. Сотрудники госавтоинспекции будут нести службу на территориях городов, особое внимание уделяя разъяснительной работе с участниками дорожного движения. Продлятся профилактические мероприятия до 20 мая. До 1 июня в Беларуси проводится акция «Не оставляйте детей одних». Она приурочена к Международному дню семьи и Дню защиты детей. Во время мероприятий планируется использовать 4 формы работы с населением. В интернете разместят тематическую информацию для детей и родителей об опасностях. В печатных СМИ подготовят тематические страницы и рубрики. В эфире радиостанции проведут радиовикторины, а в эфире телеканалов будут транслировать обучающие передачи, сюжеты и видеоролики. Кроме того, спасатели будут общаться по телефону с молодыми родителями, а четвертым направлением работы в рамках акции станет распространение наглядной продукции. Дополнительно состоится интернет-конкурс на лучшее оформление детских костюмов и техники спасателей. Называться он будет «Я б спасателя пошел». На территории Гомельской области стартовала акция под названием «Детский автобус». До конца мая сотрудники госавтоинспекции будут проводить мероприятия, направленные на обеспечение безопасного дорожного движения при перевозке детей. В рамках акции усилен контроль соблюдения водителями автобусов правил дорожного движения, а также организована проверка максимального количества автобусов, которые перевозят группы детей. К другим интересным новостям. В Беларуси испытали первый беспилотный электробус. Он разработан по технологии ученых из Сингапура. Прототип может развивать максимальную скорость, равную 40 км в час. Правда, безопасная скорость всего около 25 км в час. Запас хода 180 км, а на полную зарядку уходит не более 4 часов.
Viber в скором времени появятся групповые видеозвонки с аудиторией до 20 человек. Для того, чтобы начать такой видеочат, понадобится нажать кнопку «Видео» в верхней части экрана или просто пригласить больше участников в текущий видеозвонок. Трансляция спикера будет отображаться у всех участников беседы. Если понадобится, каждый сможет закрепить видео того или иного человека на экране своего смартфона, отключить у себя звук или видео и посмотреть, сделали ли это другие. В Англии молодой человек нашел секретный тоннель в доме, который он купил несколько недель назад. Британец спустился в подвал и принялся изучать стены. Поверхность одной из них была неровной, а кирпичная кладка не совпадала с домом. Шаг за шагом парень разобрал стену, и оказалось, что за ней целая пещера, глубиной 5 и высотой 2 метра. Сделать такую находку новый хозяин дома не ожидал, а позже его знакомый историк рассказал, что ранее местные жители создавали под домами пространство, которое превращалось в кладовые, винные погреба и места для выращивания грибов. По находкам и состоянию помещения удалось выяснить, что подвал замуровали в 1964 году. Добрый вечер, Гомель! Это разговорно-актуальные темы, рассказ о ярких событиях из жизни Гомеля и Гомельской области, интересные гости в студии и известные ведущие телерадиокомпании «Гомель». Сегодня вечером смотрите новый выпуск, а также подписывайтесь на наш Инстаграм и присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте. Включайте телеканал «Беларусь-4» в 20:25. Это прекрасная возможность приятно провести вечер всей семьей у телеэкрана. Звоните в студию, делитесь вашими историями и принимайте участие в наших розыгрышах. Сегодня вечером в эфире «Беларусь-4 Гомель» фильм «Босиком по слизнякам». После внезапной смерти матери Клара вынуждена заботиться о младшей сестре Лилу, чья невероятная чувствительность делает ее уязвимой к внешнему миру и не позволяет быть самостоятельной. Смотрите на нашем канале в 21:30. Пять туров, пятерка игроков каждой из двух команд и харизматичный ведущий. Каждую неделю команды школьников из Гомельской области борются за победу в интеллектуальной викторине «Эрудит пятерка». Проект призван найти знающих, инициативных и находчивых ребят. Их эрудиция удивит не только сверстников, но и взрослых. Ведущий программы Леонид Климович готовит для команд множество занимательных вопросов. Участники игры проявляют свои лучшие качества, умение грамотно распределять силы и строить выигрыш. Стратегию. Интрига держит зрителей и болельщиков в приятном напряжении по воскресеньям 12:15. Классный час. Детская познавательная программа на телеканале «Беларусь-4». Это первая передача в региональном телеэфире, созданная профессионалами и детьми для детей. Все о жизни, увлечениях и учебе в школе глазами подростков. Авторы передачи задались целью воспитания и образования детей и юношей. Проект выполняет развивающую образовательную и развлекательную функции. Он направлен на развитие нравственности, общечеловеческих ценностей, поддержание качественного, интеллектуального и культурного уровня молодежи. Целевая аудитория – дети от 10 до 16 лет. Включайте телеканал «Беларусь-4» в воскресенье в 12:40. В воскресенье вечером смотрите в нашем эфире фильм «Ромовый дневник» с Джонни Деппом в главной роли. На дворе 1960 год. Талантливый журналист Пол Кэмп, которому порядком надоела лживая глянцевая жизнь Нью-Йорка, бросает работу в престижном издании и уезжает в Пуэрто-Рико, где рекой льется ром, где дешево все, где саму жизнь продают за копейки. Включайте телеканал «Беларусь-4» в 20:30. По понедельникам в нашем эфире на важные вопросы жизни региона отвечают участники интерактивной программы «Диалог». Это руководители управлений и комитетов Гомельского облсполкома, предприятий и организаций. Открытый разговор помогает решить волнующие проблемы. Включайте телеканал «Беларусь-4 Гомель» в понедельник в 19:20. Номер прямого эфира 34-00-43.
Новый день, с вами встречали «Утренний фреш» и я, Александр Лупиненко. Сегодня пятница, а это значит, что впереди выходные. Желаю вам продуктивного рабочего дня и хорошего настроения. Увидимся на следующей неделе.